Всем привет! Сегодня я расскажу, как покрасить свое оружие или снаряжение в камуфляж мультикам. Так как баллончики с краской проще достать, чем аэрограф, то красить, соответственно, будем баллончиками. Приступаем к работе. Подготавливаем предмет к покраске. В нашем случае это будет пистолет Glock 23. Подготовка включает в себя заклейку, обезжиривание и грунтовку пистолета. Более подробно об этом можно узнать в предыдущих моих видео. Первым этапом мы задуем пистолет в цвет подложки. У нас это цвет Gobi по классификации краски Montana Black. Можно попытаться добавить в виде градиента темно-коричневый цвет или немного зеленого, но при использовании баллончиков это проблематично. Особенно если мы красим маленький предмет, такой как пистолет. Если есть аэрограф под рукой, то рекомендую использовать несколько цветов подложки. Во втором этапе мы наклеим трафарет номер 1 и закрашиваем все сплошным зеленым цветом. В описании к видео я размещу ссылку на трафаретные шаблоны, которые я использовал при покраске. Важно помнить, что трафаретом мы заклеим всю поверхность пистолета. После покраски даем пистолету просохнуть и снимаем трафарет. Наступил третий этап. Он не отличается от второго. Только тут мы используем трафарет номер 2 и коричневую краску. Краска должна быть темнее цвета подложки. Клеим трафарет. Красим. Сушим. Снимаем трафарет. Приступаем к четвертому этапу. Повторяем действия, как в этапе 2 или 3, с использованием трафарета номер 3 и черного цвета. В пятом этапе повторяем действия предыдущих этапов. Используем трафарет номер 4 и бежевый цвет. После просушки снимаем трафарет и радуемся. По желанию можно закрепить покраску лаком. Покраска окончена. Если данное видео было для вас полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии под видео. Я буду признателен. Всего доброго. Пока.